Между тем, в столице республики началась 12-я спартакиада Якутии по адаптивным видам спорта. В соревнованиях принимают участие 850 человек, в том числе 39 колясочников из 21 района. Спартакиада проходит по 5 группам и 15 видам спорта. Сегодня в нескольких спортивных площадках города Якутска участники соревновались в шашках, бочи, настольному теннису, шоу-дауне, бильярде, волейболе, армрестлинге. Завершатся соревнования 29 июня. Была уверенность в победе, но народу 13 человек больше. Сильных тоже здесь много сильные. Немного волновался, конечно. Старался победить, но я занимаюсь армрестлингом. Тренируюсь 3 года в Спарта. Тренируюсь. В чемпионате России лечу. Недавно в мае я в чемпионате в России по армрестлингу, по слуху, 2-е место занял.